Всем привет! Получила вот посылочку с пряжей. Сейчас будем раскрывать и хвалиться. Так, ну давайте смотреть, что тут не выслали. Так, вот такая пряжа. Пряжу заказываю для вязания одежды куклам. Поэтому по одному, по два моточка я заказываю. Вот такая вот пряжа Ализе Шакерим Бэби. В 100 граммах. Так, что тут в 100 граммах? 350 метров. Вот такая ниточка. Приятненькая на ощупь. Так, два моточка заказала с этой же серии, такой цвет Ализе Шакерим. Красивенькая. Так, это детская объемная, тоже акрил это. 100% пан. Так, здесь 100 граммах 400 метров. Ну, здесь 100 грамм. Ниточка такая, ну, нормальная. Так, вот эти ниточки я заказывала для волосиков куклам. Саперлюкс. А, супер, наверное. Сапер. Вот такой цвет и такой цвет. Вот. По два моточка заказала. На куклу, по-моему, где-то, ну, моточек-то точно надо будет. Так, что еще тут? Что тут еще у нас? Так, это у нас... Акрил, пихорка. Пихорка, акрил, цвет бордо. Классическая. Ну, здесь, по-моему, тоже 100 грамм идет. Да, в 100 граммах 300 метров. Тут два моточка заказала. Вот. Так, это у нас рукодельная. Рукодельная джинса. Цвет такой. Джинсики мальчикам вязать. Вот такая вот ниточка. Так, здесь что? Тоже 100% акрил. 50 грамм, 175 метров. И такие небольшие моточки. Но крючком вязать мне понравились такие ниточки. Так, это, по-моему, тоже акрил. Да, это тоже акрил. Цвет морская волна. Цвет морская волна. Тоже два моточка. Так, ну это тоже такая же ниточка. Так, это у нас... Это у нас детская... Пряжа из Троицка. Фуксия. Цвет фуксии. Ну, маленько толстовато, конечно, эта ниточка. Ну, маленько толстовато. Здесь 50 грамм, 145 метров. А, так, состав. Состав 20% мериносовая шерсть и 80% акрил. Ну, чувствуется, что здесь маленько шерстинки есть. Тоже два моточка. Так.
Так, вот такая ниточка рукодельная, цвет горчица. Цвет горчицы. Не помню, для чего я ее выписывала. Ну, конечно, для кукол. Ну, что-то мне надо было цвет горчицы. Ну, такой как бы цвет, конечно, это. Ну, хотя, может быть, и горчица. Желтоватый. Так, это тоже рукодельная. Цвет бордо. То же самое. Пихорка рукодельная. Тоже два моточка. Так, и беленькую. Беленькую тоже заказала. Тоже пихорка рукодельная. Тоже два моточка таких взяла. Так, тут белая. Не надо было белой пряжи. Карамелька. Ну, хорошая ниточка. Мне понравилась. Карамелька. Тоже акрил 100%. 50 грамм. 175 метров. Вот такая вот карамелька называется. Ну, хорошая ниточка. Так, и детская новинка. Вообще заказывала я, мне только надо было белую пряжу. Ну, раз заказываешь, поэтому все подряд заказываю. Ну, здесь 10 мотков. Детская новинка. Беленькая такая пряжа. Тоже здесь 50 грамм и 200 грамм, ой, 200 метров. Давайте сравним с карамелькой. Карамелька маленькая, как бы ближе к молочному цвету, не чисто белая. Но она в вязании, она в изделиях, она будет белая, конечно. Вот это белее, белая детская новинка, пихорка. Так, и метраж тут, что у нас здесь, я сказала, 200 метров, здесь 175. Вот, то здесь еще и больше ее. Ну вот и все. Вот сегодня столько пряжи забрала. Теперь будем вязать. Все, всем пока-пока.